Наконец они смогли воспользоваться всеми преимуществами путешествия на кемпере. Приготовить и съесть вкусный обед, принять душ и поспать. Хотя некоторые предпочли делать и первое, и второе, и третье прямо на пляже. Так как съемочный день наш начинался в 5 утра, то завтракать в гостинице мы могли лишь по завершении съемок. Самые голодные спасались энергетическими шейками. Несмотря на заверение Кондрашина в том, что вода, в которую предстоит погрузиться Амбер, совершенно безопасна, он сам же и настоял на том, чтобы на всякий случай модель все-таки покрыли обильным слоем косметического масла. Нужно отдать должное нашему визажисту. За время сотрудничества с Кондрашиным она привыкла работать в любых походных условиях, но в Марокко они были уж совсем экстремальными. Get it.